Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора игры Остин, Дворецкий Остин. Есть же еще Садовник, а мне писали в комментариях, что вышло какое-то обновление, но я проверил, как бы, везде, где только можно, последнее обновление датируется 15 августа. А может быть, еще оно не дошло, до, скажем так, до меня или что-то еще. А если оно вышло, оно будет в следующем обзоре. А пока вот мы продолжаем наши задания. А сегодня мы, наверное, разместим доспехи в гостиной и поставим столик для наград, да? А все для нашего пра-пра-пра, в общем, родича. А, поехали. У нас мама там что-то вяжет, да, как обычно, шарфик. Ну что ж, друзья, как оказалось, с самого начала этот уровень очень и очень сложный. Первый, который у нас на сегодня. Я вот на нем уже потратился так неплохо по жизням. Пока что бесполезно. Так что если я сейчас не выиграю, то скорее всего придется использовать какие-то бустеры. Так, бомбочка. Ну бомбочка — это хорошо. Хотя она была не сильно в хорошем месте. Ну да ладно, прощается. Вот ракету еще сделал. Наверное, еще сразу ракету тоже обязательно, да? О, отлично. Правую часть я уже почти расчистил. Но это правая. Здесь просто повезло. А вот что делать дальше? Вроде как и бустеров здесь целая куча вот делается. Но просто вот эти ящики, которые там с двойным скотчем, да еще и с конвертами сверху. Их просто нереально разбивать. На них нужно куча ходов. Да еще, чтобы все правильно совпадало. Но с ходами как бы не все так гладко, как вы понимаете. О, чего-чего не хватало, так это вот именно мультишара с ракетой. Ну или с самолетиками. Хотя, видите, вот именно ракеты ничего вообще не сделали тем ящикам, с которыми у меня проблемы. Они пролетели просто мимо. Вот это плохо. Поэтому фактически я там же, где и был. Начиная оттуда, откуда... Ну, проблемы, скажем так... Остались все те, которые были. Так, ну куда он полетит? Ха. Да. Ну вот видите. Ничего не могу сделать, просто не везет. Вроде так вначале все неплохо было, а потом раз и... О! Вот, а вот это уже классно, смотрите-ка. Я сразу... И мультишар там еще. Ой-ой-ой. Но дело в том, что... Ведь я ж ничего не смогу здесь сделать. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Опа, опа. Вот он, мой дорогой. Ну, смотрите, все ракеты сверху. А снизу фактически и нет, да? Хотя вот, вот. Три хода у меня. Не могли ракеты вертикальные попасться? Вот скажите мне. Вот просто скажите. Вертикальные ракеты, и сразу проблем бы у меня не было. А так, ну что я могу здесь сделать? Просто ничего. Вот я смотрю и вообще вариантов не представляю просто. Хм. Да, самолетик. Хм. Получается. Ладно, я буду использовать молоточек, потому что мне... Уже этот уровень достал. По идее, сейчас вот я самолетик использую, он летит на нижний ящик, и уровень завершен. Вот такой вот сложный уровень, печальный, сразу мне первый попался сегодня. Я редко стараюсь использовать бустеры, но здесь как бы вот просто уже никуда. Первый клубочек, мне еще один клубочек хотя бы заработать, чтобы жизни дали бесконечные. Тогда я уже, конечно, развернусь. Ага, впереди сложный уровень. Обалдеть. Ну, хоть как бывает, иногда сложный намного легче, чем несложный. Осталась у меня всего одна жизнь, скажем так, поэтому я не стал рисковать, пытаться его проходить там как-то. Я вот решил все-таки пройти его с бустерами, со стартовыми. Конечно...
слабый будет сейчас бонус от мультишара с ракетой, но все равно он есть. Лучше, чем без него, скажем так. Тудух. Главное, что у меня есть двойные самолетики. И вот со старта я почти центр расчистил. Дальше должно быть легче, как мне кажется. Уровень очень сложный. Я вот попробовал его без бустеров пройти. Не, никуда вообще, никак. Так, самолетик с ракетой. Куда ты полетишь? Вот, классно полетел вообще. Лучше не придумаешь, называется. Так, что же дальше? Еще одну бомбочку сделать. Зачем? Большой-большой секрет. Две бомбочки. Зачем мне здесь две бомбочки? Ладно, ракету хотя бы использую. О, я хотя бы на самолете как-то там ее куда-то отошлю. Но не самое лучшее решение, но как бы я думаю, так все будет нормально. С бустерами вообще проходить уровни проблем практически никаких. Вот честно вам скажу. Допустим, вот двойной самолет. Видите, осталось там уже не так уж и много, да? Вот так вот. Самолетик пускай летит. Вот так вот. И все. То есть 6 ходов еще и осталось. Да. Тяжелый сегодня обзор. Вот первые два уровня. И такие вот сложные. Ну, вот реально сложные, я же знаю, о чем говорю. Надеюсь, остальные будут не такие. Так, ну наконец-то мне дадут жизни мои. Многострадальные на целый час. Теперь будет у меня целый час, чтобы попробовать проходить все без бустеров. Ну, для начала все-таки. А, у меня же есть жизни еще в подарок от друзей. Я и забыл про них, ладно. А, давайте разместим доспехи в гостиной. Посмотрим, как Остин будет корячиться их тащить наверх. Ага, нам это не показали. Только результат. Уф, тяжеленные они все-таки. Ну, я угадал. А пока дотащил до гостиной, весь взмок. А представляю, как тяжело было рыцарям каждый день носить такую тяжесть. Ха, сынок, рыцари не ходили пешком. Лучше представь, каково было их лошадям. А кстати, а где же щит и меч? Ты еще не успел привести их в порядок? Да, я их даже не видел. Ох. Пап, я, кажется, понял, где недостающая часть девиза. На щите и клинке. Тогда обязательно нужно их найти. Вот только где они могут быть? Очень даже интересно. Заданий пока нет. Будем ставить все-таки. А, может, где-то под настилом там, да? Или в трубе там. Ладно, узнаем это немного позже. Пока продолжим наши уровни проходить. Итак, итак. Главное разобраться, где что как действует. Ага. О, нет хода. Это с одной стороны хорошо. Фишки перетасуются. И какое-то удачное решение все-таки будет. Вот, допустим, бомбочка. Я думаю, все-таки она мне сейчас нужнее, чем там возможность ковры расстелить. Может, получится мультишар? Нет, не получится. Не буду больше тратить ходы, пытаться делать. Так. Опа. О, как там классно все расчистилось с левой стороны, да? Фактически самостоятельно. Все благодаря бомбочке, то, что как бы вот она там порасчищала. Нужно и влево как-то что-то прикинуть. Ага, а как? Пока без вариантов. Может, все-таки самолетик туда полетит? Ну, пожалуйста, ну хоть... Не хотят мне помогать.
никакой ракетки не сделает с этой стороны. Ну ничего вообще. Да. Вы видите, что творится? Девять ходов. Но это просто жесть. Полоса невезения продолжается. И ракетка сейчас делается не такая, как мне нужна. Хотя вот мультишар. Ну, судя по моему везению сегодня, не дождусь я мультишару никакой подмоги. Хотя, вот видите, беру свои слова обратно. Где-то что хотов-то осталось сколько-то, совсем чуть-чуть. Ух ты. Я что, сплю? Я реально сплю. Один ход и все. И вопрос закрыт. Но мне это уже нравится. Возможно, это как-то начало полосы везения. Вроде уровень был несложный, просто фишки не ложились. Хорошо. Идем дальше. Так, смотрите, что у нас здесь. Бомбочка сразу и самолетик. Ну, неплохо, допустим. Можно сразу перегородки вот эти поразбивать. Смотрите, как классно, да? Очень даже неплохо. Так, то же самое с правой стороны нужно. Фишки вниз пропустить. Надеяться, что получится что-то хорошее. Опа. Самолетик. Ломающие перегородки. О, во-во-во, нормально. Так, то же самое можно вот здесь разломать. Что-то там, да? Так, ну а дальше вот еще... Ай-яй-яй, такая же ракета. Ну, хотя с другой стороны нам... А, вот бомбочку еще можно сделать, да? Отлично. Наверное, сразу я ее использую. Так, все перегородки здесь поломаю. Слева перегородок почти нет уже. Эту ракету использую вверх. Так, а мне как-то тут мультишар сделать. Хотя я сомневаюсь, что получится из желтеньких фишек. Хотя, да, если я сейчас сделаю... Угу. Да. Ладно, придется делать вот так. А, он сделался? А как? Ха-ха, я, честно говоря, даже... Даже не рассчитывал, что он сделается. Вот так вот, допустим, да. Как бы мне его совместить? Давайте пробовать. Вот так. И вот так, да? Вот, вот она, вот она, вот она. Вот она победа, я надеюсь. Ну-ка, ну-ка. Ха, один ковер остался. И вот так легко я его вывожу. Точнее, расстилаю. Ну ничего, так нормально. Без мультишара, конечно, я по не прошел, но... Хоть без бустеров. Так, это вторая звездочка. Четвертый уровень, который я прошел сегодня. И идем за третьей. Звездой. О, опять сложный уровень. Молодцы. Что-то зачастили эти сложные уровни. Куда ни кинься, все время сложные уровни. Один за одним прям. Так, ну смотрите, у нас здесь есть сумки, да, с них, получается, вылетают эти вот... ракеты и самолеты. Поначалу, как мне кажется, лучше всего стараться как можно больше разломать перегородок. Чтобы можно было делать бустеры там, ну и так далее. А интересно, куда сейчас полетит самолетик с ракетой, если я их взорву? Наверное, не буду проверять все-таки, я лучше вот так сделаю. Тут перегородки переломаю. И вот здесь перегородки все переломаю, да? Ох ты, мультишар сделался. Дело в том, что его совместить с чем-то, ну, нереально, просто вообще нереально.
Я даже не буду, наверное, пытаться. Или буду. В общем, посмотрим. Бомба. Ха. Мне, наверное, бомба здесь больше поможет, чем мультишар, если честно. Куда бы его направить? Даже некуда. Наверное. На чайники направлю. Чайников много. Вот. А теперь вот так вот сделаю. Хотя бы в правой стороне. Я вот так хорошенько расчистил уже территорию. Эх, думал бомбу сделать. Так, ладно, вот так вот перегородку уберу. Вишню тоже, естественно. Еще вишенки. Снова вишенки. Ходов, что радует, здесь много довольно-таки, да? Вот еще 18 ходов у меня осталось. Но дело в том, что что делать, я пока не вижу. О, самолетик. Перегородку еще одну убрал. На этом его польза исчерпалась. Вообще нет возможности делать какие-то бустеры. Вот вообще хоть... О, вот, только сказал и сразу... Смотрите, что произошло. Так, наверное, я вот так вот перегородки уберу этой ракетой. А теперь вот так вот, да? Ой, как классно, слушайте. Просто бесподобно. Ракета мне это здесь, в принципе, ничего не даст. Зачем я ее сделал, не знаю, только ход потратил. А, наверное, вот так вот нужно делать. И вот так. Четыре хода, ой-ой-ой. Я про ходы что-то совсем забыл. Дело в том, что этот пончик справа я никак не выведу без бустеров. Допустим, вот эти, вот один вывел. А вот тот пончик. Ха. Это просто какое-то... Не знаю, в общем, что делать. Там, получается, нужно либо сверху, либо снизу ракету использовать, либо бомбу, либо еще что-то. Короче, я буду делать вот так. Смотрите, раз. И сразу два пончика эти вывел. Но он меня тоже уже этот уровень поддостал. А как раз я проверю следующий уровень, сколько стоят эти молотки. Наверное, же дороже, точнее, кувалды, наверное, дороже, чем молотки. Да, с горем пополам, конечно, уровень этот прошел. Но, опа, а что это? А, я думал, что-то новое появилось. Давайте поставим столик для наград, может Остин вспомнит, где он там меч видел со щитом. Так, какого он цвета будет? Такого. Такого не очень. Такой прикольный, конечно, но нам под цвет этого лестницы вот такой вот подходит, да? А, хорошая витрина, крепкая, надежная и стекло толстенное. Отлично, подойдет для прадедушкиных наград. А здорово, что мы их нашли, да? А это же часть истории нашей семьи. А какой славной истории негоже пылиться... А такой славной истории негоже пылиться в темном сейфе. Давайте лучше расставим все награды по местам. Так. Расставим-то их мы расставим. Но когда у нас будут для этого звезды? А пока последний уровень на сегодня. Надеюсь, с ним хотя бы проблем не будет. Итак, у нас двухэтажный уровень. Ну, как бы тоже нелегкий уровень. Но у меня все-таки есть запас прочности. Вот видите, сразу нет ходов в виде бесконечных жизней. Поэтому я пока попытаюсь его так пройти без всяких там бустеров. Ух ты. Что-то чересчур, по-моему, начало активное. Смотрите, как все. Все тут хорошо получается. Так, ну, пока хорошо. Главное, чтобы потом не стало плохо. Так, вот поднос собираю по центру уже, да?
все просто замечательно. Лучше по яблоку полетел. О, бомбочка. Бомбочка здесь. Так. Смогу ли я с чем-то совместить? Наверное, не смогу. Поднос нужно убрать. Ух ты, там еще бомба. Так, ладно. Получается, фактически только сверху там вот... О, вот смотрите, что я сейчас сделаю. И ракетой там яблоко выбью. И самолеты туда отправлю. И вот сейчас тоже последним самолетом яблоко выбиваю. И 29 ходов осталось на нижний уровень. Да он еще там сам с собой что-то начинает делать, да? Ну-ка. Так, ну вроде как все хорошо. Все везет. А вот до этого пару попыток было, мне не везло конкретно. Так, ну что? Бомбочку мне как-то опустить. Вот, я ее опустил. Опа! Я же говорю, когда везет, то везет. Ха! Так, ну единственное, что нужно теперь придумать что-то с тем, как... этот мультишар совместить с чем-то. Не так-то это просто. Фактически это ты без мультишара, ты спокойно справляешься, да? Но с мультишаром было бы лучше, мне кажется. А ну-ка. Все-таки я как-то это сделаю. Вот, все-таки я сделаю это, видите? Довел самолет до мультишара, и это, я думаю, уже почти победа. Ну, без там 5 минут, как говорится, да, победа. Вот еще один мультишар. У меня 13 ходов, поэтому я думаю, попытаюсь еще сделать какой-то бустер к нему. Получится или нет, это, конечно, вопрос. А почему не получится? Вот все получилось. Отлично. И это уже 100% победа. Ну вот так. Последний уровень хотя бы был удачный именно вот в плане прохождения. Были еще пару удачных, но... Грубо говоря, 50 на 50, да? Половина неудачных сегодня уровней, сложных, половина удачных. А, я забыл глянуть, почем же молотки? Почем же молоточки у нас купить, если, да? Так, я понимаю, что это уже 2 часа бесконечных жизней. А я сейчас на секундочку. О, новый день начался. Это значит, что я 12 часов ночи записываю. А, так, я сейчас начну его просто вот так, чисто одним глазком гляну. Вот, молоточек. Ого, 3800, вы это видели? Если молотки... А, ну молотки 2700, а те 3... Квалд 3800 немного дороже. Просто такая сразу сумма выскочила, да? Что ж, ошарашили меня. А ну что ж, друзья, ладно. Я сегодня с вами прощаюсь. Надеюсь, вам обзор понравился. Если это так, то поддерживайте это видео своими лайками, подписками. И оставайтесь с нами. Пока-пока, до новых встреч!